Nechám tu, však je tu toľko policajtov, že je hrúza. Давай, быстрее!
Спасибо, что вы сегодня. Можно мы с вами сфотографируем? Давайте, да, давай. Победная. Спасибо. Приезжайте еще. Морган, ты? Лучше с Андреем. Привет. Вот тебе там можно всегда. Давай я с тобой сюда приду. Подходи поближе. Я просто поглядел. Вот привет. Вождение роколом разбили, пытались всячески там какую-то, ну, вообще, не знаю, организация на нуле вообще. Очень на многих мотоциклах номера немецкие, это вынужденная мера была решение. Какая нет, это просто солидарные люди, немцы солидарные с нами, люди все нормальные. Нормальные, здравомыслящие люди, они не могут быть за войну, они не могут быть против, вот, против завершения этого, этой катастрофы, понимаете? Солдаты своей кровью заливали печи Освенцима, просто. То есть многим из вас удалось на мотоциклах доехать от России до Берлина? От России у нас никто, то есть от России никто на российских номерах не поехал принципиально, понимаете? Потому что можно было там устроить всякие там... Это полувоенная операция, там пробираться огородами. Зачем нам это надо? Не пускают поляки, и хрен с ними. Как было поставлено таким образом? Технически просто все прилетели в нормальную страну под названием Словакия. Где адекватные люди, адекватный президент, адекватное правительство, которые не делают из этого какое-то цирковое шоу. Ребята нам дали свои мотоциклы. Мы просто больше всегда лишило просто большого удовольствия. Встретили нормально. Это светлый праздник, понимаете? Она сама себя просто кастрировала. Самое главное, последнее, что вы хотите сказать своим выхождением без Берлина? Что это за сигнал, за символ, который вы хотите, чтобы немцы, россияне, которые ждут? Мы хотим, чтобы все помнили про этот светлый праздник. Победы. Добра над злом. Света над тьмой, понимаете? Сколько народу полегло на этой войне? И немцев. Там обычно даже солдаты немецкие, которые не все хотели идти в Россию воевать, но просто кого-то там тащили чуть ли не на Аркане. Понимаете, тоже были заград отряды и так далее. Мы знаем об этом. Это просто катастрофа вселенского масштаба. 27 миллионов человек в России погибло. Из них миллион, больше сколько, 6 миллионов, по-моему, лежит. Около 6 миллионов он лежит в Европе. Понимаете? Как объяснить? Миллион из которых в Польше. Андрей, как объяснить, почему не только в Польше? Я взял препятствия. Кто препятствия считает? Скажите, я вот не знаю. В Чехии вас вчера вот эта группа чехов, украинцев встречала. Да какая? Это не группа, это клоуны, понимаете, ряженые. Какая-то группа. То есть в основном все дружелюбно? Конечно. Какие-то, ну, на всю дорогу хлеб, соль везде, цветы, люди приходят, говорят слова поддержки. И тут просто из-за какой-то группы упырей там непонятно. Теперь вся страна говорит о том, что нам кто-то препятствует. Никто нам не препятствует. Просто пытались нас провоцировать, что думали, что у нас такие же идиотики, там, как эти. У нас нормальные ребята, кто гордятся этим праздником. Это светлый день, люди горят, творили эти лица. Копченые, они проехали там, по 10 тысяч километров. Под дождем, под снегом вот даже ехали. И о чем, о какой провокации говорить? Как вот этих людей можно вообще чем-то спровоцировать? Спасибо, с праздником. Может быть, вот это будет. Свечка мы. Вот Штефан привез венок. Все, держите венок, идите рядом, далеко не отходите. Цветы, а цветы есть? Цветы, без понятия, может, за... дам. Стоп.
А мы спешим. Энергетика на сегодня. Я. Вот земля, не? Все выдумываю. Праги первый раз. Тесно, ой, где-то ругаются. Где что-то ругаются, вот же, блядь, все придумывают. Алина, дай мне фотоаппарат. То что? Волосы. То, ну что, грязно. Особенно огневую какашку. Я чуть-чуть постоянно в Германии, но пойдем в Германию. Давайте, пускайте. Германия не запускает, что положили. Из Сиэтла, большая Сиэтла, итальян. Молодцы! Thank you.
белого цвета. Потому что белый должен быть синий, он останется синий. Вот, ну, да? Успел. Упадет, Саша, наш.
Znaš ko je prve bombe bacio na Beograd? Tornado. Можно? Нормально видно? Да. Вы готовы? Вот. Вот такое огромное. О, папа. Папа. Ты тоже? Ale niech nas tak i zasi. Dogovor sam s vatom, že všetko je v poriadku. Наташа, Дим, мы здесь добрались. Держи руку.
Скоро нас забрали, думаю. Они впереди с Солей. Они там уже. Смотри. Смотри. Люда там? Мари. Где? Я хотел фото сделать. Ну давай, я, а мне не с кем по нему было себе рекомендовать. Жил в Столовске. Это мне лично. О, все. Не, украли, потеряешься. Не, не, Здравствуй. Как дела? Привет, скут? Tamo gde ti sunce prvi put na detinje dupe sinulo, to ti je. Sve ostalo, zaboravim. To je doma. Raptor Park! Ura! 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 Поздравляем всех с Днем Победы! Ура! Нашего мотоклуба, он давал обещание, Александр Хирург давал обещание, что 9 мая вот это знамя, политое кровью, мы сейчас уедем, знамя, память 27 миллионов человек, которые оставили свои жизни. Я 2 года не попала. За этот великий день, за этот великий праздник. Сегодня это знамя развивается над Трептов парком. Ура! 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 Всех с праздником! Ура! О, кисло, кисло! Ура! 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 Слава народу освободителю! Ура! Советского Союза! Ура! Я там буду сейчас встречать славу Италии. У нас, кстати, сегодня здесь, мы вчера посчитали, значит, нашей колонной сюда, в Берлин, приехали представители 17 стран.
Понимаете, это говорит, наверное, о том, что действительно этот день надо помнить. Помнить всегда, передавать это знание и память детям, внукам. Это наша святая обязанность. Что не забыто, ничто не забыто. Ура! 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 О, что, можем потихоньку тогда спускаться вниз? Да нет, давай пока. Андрей. Я рад будешь везде. Спасибо большое. К нам сюда. Ага. Давай сюда. Просто надо сейчас подключиться и... Через поезд и обратно. Поздравить президента. Президента Адама Беллина, поздрав. Паша, разрешите тоже с вами. Давай, 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 давай. Надо. Вот, вот, вот. Одно условие, надо три раза ура. Ура! 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 Что, народ, по-моему, а туда повернуть. Благодарим. Женя поможет. Kann man die irgendwo sehen noch? Von russischen Motorcycling, klar. Weil ich dort einfach einen freundschaftlichen Kontakt denn habe. Was bietet sich da besser an, als deutscher Biker mit den russischen Bikern zusammen Bike zu fahren? Bei dem Wetter natürlich. Wetter war auch okay, hat alles gepasst. Wir müssen sagen, wir wurden auch sehr gut behandelt, auch die Polizei ist kommen. Auch in Berlin? Ja, Berlin war jetzt ein bisschen schade, dass man gesplittet hat. Mit der offiziellen Gruppe? Ja, aber ansonsten gestern, die Tage davor war alles. Also das war schon, muss man auch Danke sagen. Hat man heute mehr erwartet? Vorher war der... Ja, es sind natürlich hier jetzt heute nicht menschenmäßig so viele, aber von den Bikern und das, was wir unterwegs erfahren haben, waren es eigentlich wesentlich mehr wie letztes Jahr. Und da freue ich mich, dass einfach dort die deutsch-russische Freundschaft, die deutsch-tschechische, die deutsch-wienerische Freundschaft alles gepasst hat unterwegs auf der Tour. Und da muss ich sagen, ist sehr große Resonanz gewesen. Wir haben viele freie Biker unterwegs, die uns begleitet haben. Und dafür kann ich auch einfach nur als Deutscher nochmal Danke sagen, dass die Jungs diese Tour gefahren haben. Wird es jetzt jedes Jahr Programm oder ist es jetzt das zweite Mal und einmalig dann wieder? Ich glaube nicht, dass es einmalig ist, weil einfach, wir haben ja einen Grund. Wir wollen ja der ganzen Sache hier gedenken. Es ist ja nicht nur eine Showveranstaltung. Wir wollen hier nichts irgendwo darstellen und das will ich auch nicht unterstützen. Aber das, was hier gemacht wird, das ist ein Gedenken. Und in der heutigen Zeit ist das umso wichtiger, dieses Gedenken auch aufrechtzuerhalten. Dankeschön. Thank you.
Hallo. Mir tut das gut. Thank you.
Rakete, bitte. Rakete.
Один русский номер видели.